Любимый супруг, черный кот-жук и проверенный временем желтый трейлер. Так детская писательница и иллюстратор Екатерина Сафро объездила всю Россию и даже побывала в кругосветном путешествии. Познакомилась она и с ульяновскими ребятами. Накануне в библиотеке имени Аксакова Екатерина провела мастер-класс и рассказала, как рождаются герои ее сказок. Большая работа была за компьютером, в офисе, а потом я решила, что надо что-то поменять. И вообще, я всегда хотела быть иллюстратором детских книжек. Ну и в какой-то момент решила отправиться в такое большое путешествие, после которого как раз стала художником-иллюстратором и писателем. Одна из самых известных историй Екатерины Сафро – «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки». Это история о маленьких эльфах, которые очень любили джем. Однажды их идиллию нарушили черный ворон. Но благодаря смелости одного из эльфов Ашуни удалось подружиться с обидчиками. Иллюстрации к сказке Екатерина также создавала сама. Вот, например, в сказке про Аяя текст я написала, это вот такой гном-будильщик. Но я никак не могла понять, как он выглядит. Я очень много потратила времени на то, чтобы это узнать. Вот. И когда в конце концов он как-то появился у меня на бумаге, то вот тогда я начала уже рисовать именно развороты. То есть вначале какая-то идея или чужой текст, вот, потом эскизы, а потом уже полная книжка. Работает Екатерина прямо в дороге. В трейлере есть все для ее творчества, ноутбук и сканер для иллюстраций. А благодаря путешествиям у писательницы есть еще тысячи нерассказанных историй. Впрочем, по мнению Екатерины Сафро, вдохновение можно черпать и в обычных будничных делах. Главное – замечать детали.